Все цирковые жанры на одной арене. В Сочи с уникальной программой приехал московский цирк прославленной династии Филатовых-Клыковых. В южную столицу столичный цирк привез новогоднее интерактивное мультимедийное костюмированное шоу «Новогодний переполох» или «Как Дракула украл Новый год». Это не просто набор номеров, это целая история, объединенная единым сюжетом. Граф Дракула похищает звезду с новогодней елки. На ее поиски Дед Мороз отправляет двух клоунов, которые в этой постановке играют едва ли не главную роль. Здесь много персонажей, у каждого своя роль, но в основном, да, два эльфа, два клоуна. Это клоунская группа No Comments, дуэт, которые стараются свести каждый номер и найти эту долгожданную звезду, которую у них украл Дракула в начале представления. И это путешествие для зрителей точно не будет скучным, а еще понятным современным детям. Так, например, Дед Мороз и Дракула выходят на связь по скайпу. Такие современные технологии в классическом цирке. Конечно, мы идем в ногу со временем. Сейчас, если мы будем показывать домофон, телефон старинный, дети не поймут, потому что многие дети не знают, как выглядит телефон с проводом. А скайп всем доступно, понятно. В программе цирка Филатовых-Клыковых задействовано более 60 животных. Это экзотические обезьяны, попугаи, гигантские питоны, а еще собаки, пони, медведи и такие редкие для цирка кошки. Животные повторяют на манеже все те же трюки, что и люди. Громкими овациями зрители встречали и номер с красавцами-леопардами. Ну и какой цирк без уникальных трюков в исполнении акробатов, жонглеров, клоунов, эквилибристов и воздушных гимнастов? От такого разнообразия цирковых жанров зрители остались в восторге. Мы очень любим цирк, мы часто в него уходим. Сегодняшнее представление праздничное, новогоднее, замечательные клоуны. Мне понравились кошки, леопарды, клоуны, животные. Очень достойно, очень нравится, что единая линия, как спектакль представлена, и видео задействовано, и живая музыка. И когда все взаимосвязанные номера перетекают один в другой, значит, все смотришь на одном дыхании. Погрузиться в новогоднюю атмосферу вместе с артистами цирка Филатовых-Клыковых, а также узнать, чем закончится путешествие за украденной звездой, зрители смогут до 15 января. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.